Доброго времени суток всем любителям компьютерных игр, летсплеев и Darksiders. Мы играем Darksiders 2. Забрались в прошлой серии в это помещение. Как-то то ли сон часового, как это называется, в общем. Фантазия у разработчиков неплохо, поэтому название просто обалденное. Я не могу. Всего это я ничего не могу взять. Так, зверский наруч, косы. Так, себешные. Здесь у нас еще когти зверские. А здесь одержимые когти. Прикольно, прикольно, ничего не скажешь. Так, ну мы еще не решили загадку, как у нас, как бы нам взять бомбу, чтобы там пройти. Взять туда, чтобы закинуть. Просто там порча у нас. Ее нужно уничтожить. Надо думать, а думать неохота. Вот игра называется слэшер. Это вроде бы бери да рубай всех к чертовой матери, направо да налево. А нет. Надо думать, как взять эту бомбу. Отсюда я не дотягиваюсь. Блин, еще и упал. Заново пилить. Да, порча мешает пробраться нам наверх туда. Делать-то. Вот этим мы ничего не добьемся. Там у нас сверху сундук. Этим тоже мы как бы не очень много вот добьемся. Просто так не перепрыгнуть. Ручкой своей замечательной не достаем. Интересно, может быть как-то удлиняется наша рука со временем. И пока нам здесь делать нефиг. Ну, не знаю, давайте выбираться отсюда. У нас есть задание короля. Видимо, пока. Пока я не могу решить эту загадку. Может быть, как-нибудь потом. Здесь показывают тоже, где-то у нас сундук есть. Был там. Я не могу. Блин, дают только то, что мне не надо. Остается только этим жонглировать. Смерти пора уже самому как-то научиться разрушать эту порчу. Не все же пользоваться бомбами, да, конструктами. Какое-то оружие должно появиться.
дабы справляться с этой порчей. Так, ладно, поскакали. Там какой-то у нас владыка был. Что, здесь он? Фарсир. Найдите гробницу Фарсира. Оживите Фарсира. Кто еще хочет? Все, убежал в панике. Так и знал, что это непростые ворота. Давайте подойдем к гости. Офигеть, конечно. Умение у нас есть. Как бы закрылись ворота. Так, тут кроме лифта ничего нету. Активировать лифт, нажав по кристаллу. Ага, ударив по кристаллу. Не знаем уже. Сопливо. Где вы раньше были? Как глубоко вниз мы двигаемся. Гробница Фарсир. Фига себе, золотишко куда улетело. Вот такие мумии. Даже меня не атакуют, даже как-то жалко. И медленно двигаются и не атакуют толком. Ладно, двигаем дальше. Хорошо, если бы все враги были такие в этой локации. О, сколько их тут у меня. Ух ты, хоть следы. Ну, что-то сам не знаю. Такое утро получился. Честно сказать, даже разбираться неохота. Но он, по-моему, сразу, да, отъехал, парень, от одного удара. Или в силу того, что он слабый, или в силу того, что удар, собственно, сильный. Так, опять везде порча. Опять нажимные пластины. Времени как бы не хватает на то, чтобы туда прошмыгнуть. Да отцепись-то, ну. Так, ну давайте все уничтожать планомерно. Взорвали. А там что же место для бомбы, что ли? Ну, интересно, для чего? Так, используйте смертельную хватку, чтобы притянуть предметы к смерти. Это вот этот предмет надо притянуть. Сейчас успеем.
Глефа. Жуткая Глефа. Ух, какая жуткая. Просто жуть какая-то. Так, как мне отсюда тянуть? Нет. Окей, зачем мне это надо было? Я думал, чтобы подпереть ворота, вот эта шняга нам нужна. Так, а может быть нам удастся ее спихнуть? Да. Понятно, зачем нужны бомбы. Ставим тебя сюда по центру. Берем бомбу. Наступаем на пластину. Эти смертельные создания, ну, придумывают головоломок, ходи потом здесь разгадывай, будто мне больше делать нечего, мне своих дел по горло, столько еще людей ходит по этой планете, что надо всех поубивать и забрать другой мир. Так, ну можем в принципе поехать на лифте. Куда мы можем поехать, вниз что ли? Да, видимо вниз. Так, а здесь смотри, числа, это четверка. Мы, получается, на четвертом этаже, да? Можем на первый, на второй, на третий. Но мы пока давайте сходим сюда дальше. Здесь тоже что-то интересное есть. Гробики, ну-ка ты, подойди-ка, разговор есть. Еще один. А, все что ли? Кончились? Я не могу. Сколько вас? Чё, это вы озверели, что ли? О, я научился этот удар делать. Потому что я разбиваю гробы, таким образом это им не нравится, потревожил их мертвые души, душонки, и они на меня сагрились в еще большем количестве. Так, одеяние волшебника, магию повышает, защита так себе, магия не приоритетна в данном случае. Ага, хотели спрятать от меня страницу книги мертвых. Окей. Две у меня еще. До следующей главы еще надо 8 собрать. Ну и в принципе в этом зале больше ничего нету. Давайте сядем на лифт. Поедем, я думаю, на третий этаж. Так, где у нас третий? Это четвертый, вот и третий. Так, пристегните ремни.
для вашей же безопасности. Окей, замок скелета. Тут ничего. И здесь тоже, собственно, ничего. Понятно, будем знать, что здесь замок скелета. Поехали на второй этаж. Если есть замок скелета, то должен быть ключ скелета. Уходи, всадник, пока еще можешь. Так, ладно, на второй не получилось. Сразу прибыли на первый. И лифт сломался или что? Так, ладно, давайте начнем. Здесь у нас тупик. Начнем слева направо. По часовой стрелке. В принципе, можно это все перепрыгнуть. В принципе, можно вниз и упасть даже, ничего не будет. А здесь можно пройти направо. Давайте пройдем направо. Там у нас все-таки секретик есть. А, или надо было оттолкнуться, да? За тупизм, а? Хотя бы рычаг нажмем. Мы просто так же сюда пришли. Вот этого нам не хватало. А это что, поднимается? Зачем так высоко? Ну-ка. Обратное действие. Надеюсь, ключ. Карта подземелья. Ну, не надо. Ради карты подземелья сюда пилили, что ли, на? Не, мумии, конечно, не соперники. Далеко не соперники. Даже если их кучу здесь кучами на меня валить, то это бесполезно. Тихо. Так, вот теперь, да? Как нам сюда перепрыгнуть? Нам надо как-то успеть, я не понимаю. Чтобы эти две сравнялись. Я думаю, с этого берега мы не допрыгнем до нее. Или все-таки попытаться стоит. Нет, ни в какую не допрыгнем.
Так, а что-то типа бомбы здесь нету. Хотя почему нету? Вот она бомба. Нам так ее не достать просто. Так, получается, надо бомбу закинуть на рычаг, что ли? Так, бомбу взяли. Закидываем на рычаг. Перебираемся на ту сторону. Здесь, видимо, ключ. Да, ключ скелета. А, дверь с замком скелета у нас была, по-моему, на третьем этаже. Сюда мы даже не запрыгиваем. Ну все, в принципе, мы что хотели от этого помещения получили. А оно, видимо, от нас еще нет. Мадам. Какие у вас булки прекраснейшие. А наличка так не очень, я вам правду скажу. Еще два. Это вы офигели, что ли? Ребятки, валим, валим их. Призраком нас не запугаешь уже. Смерть уже достаточно закаленная в боях со всякими тварями. То есть они хотели нас и запугать, и как бы и соблазнить еще, да? Такими формами. Ну, давайте сходим. Нам вообще, по-моему, прямо надо пилить. Поэтому я предлагаю сходить сначала направо. Тем более, что здесь пилить как-то не очень удобно. Обрыв у нас. Но это пока. Думаю, в дальнейшем дело исправится. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас опять какие-то загадки, причем сразу так неочевидные.
Можешь попрыгать на этой штуке. Или это выход откуда-то, оттуда? Скорее всего, на это похоже. Блин, ну да, как-то я не знаю, что здесь делать. Либо пилить на второй этаж теперь уже. Либо как-то все равно здесь можно было пробраться. А, вот оно. Здесь всего лишь страничка книги мертвых. Ладно. Ну, погнали на второй этаж, что ли. Надеюсь, нам можно на второй этаж. Лифт не сломался. Где тут парень? Да, твою мать. Нет, не разрешают нас все-таки на второй. Поехали на третий. Там у нас самого скелета. С третьего-то не скинут. Так, везде тупик. Почему показывает мне, что здесь есть проход? А, там наверху, да, есть проход? Если только туда. И здесь аналогично, что ли? С третьего этажа. Понятно. Что мало, что понятно. Отлично, удар, что я им раньше не пользовался. Все, все отошли. Загробный мир. Хотя, какой может быть загробный мир? Это и есть, наверное, загробный мир. Куда уж уже еще загробнее. Это невозможно. Да? Я не могу. Ну ладно. О, раздолье. А, ты потом пришла. Не место. Да блин, откуда вы перечислили? Я ничего не вижу, да? Блин, ты еще живая, что ли? А ты кто такой? Что за сволочь такая?
знаю, тут из-за этих колонн ни хрена ничего не видно. Как с ним сражаться, я не знаю. Где он? Генерал Нежить. Так, генерал Нежить. Знаешь что? Знаешь, что я тебе скажу? Не то. Смотри-ка. Неплохо обороняется. Когда он щитом защищается, фиг ему ничего. Получилось сожрать мое сердце. Фу, душные ребята. Сколько душных ребят на этой локации. Так, реликвии эту Готэма. Окей. Ну это, я так понимаю, просто мини-босс. Наконец-то пригодилось зелье. Это невозможно. Да? Ну хорошо. Я думал, что мы достаточно много зелья потратили. Опс, там один гробик остался, даже два. Все разрушили. Да что ты? Нет, не то. На что попасть не может? Вот так вот. Так, ну и в принципе здесь все в этой комнате. Пойдем сюда. Но сюда мы пойдем уже в следующей серии. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие. Комментируйте и, конечно, ставьте лайки. Мне всегда будет приятно. Всем на этом счастливо. Пока.